качестве моделей фотовыставки «Стомадон» выступали не профессионалы, а обычные женщины и их семьи, запечатленные в самые счастливые моменты их жизни. Ожидание ребенка, безмятежное детство, теплое общение с родителями. Автор определяет свой проект как социально направленный, цель показать счастье и красоту материнства. Сергей Воронин рассказал, что первые фотографии были сделаны в Пущине. «Мальчик во ржи» – это самая известная моя работа. Это был 97-й год. И совпало. Вот я нашел маму, нашел ребенка, была замечательная погода, там колосилась рожь, была тропинка такая на даче куда-то туда. Мы собрались, и этот кадр, который я считаю, наверное, может быть, одним из главных в своей жизни, посвященных теме не материнства, а вот жизни. Кроме социальной и просветительской значимости, фотографиям проекта Сергея Воронина присущи и художественные. Они отражают профессионализм и вкус автора, обладателя многих наград. Проект, как всегда, начинается с того, что с названия. Вот есть «Стомадон». Вот с него и все началось 10 лет назад. И потом потихонечку я работал где-то в разных изданиях. Значит, и свободно в то время ездил по стране, вот, снимал. Потом начал делать выставки. И, наконец, значит, я приехал в мой теперь уже родной город. Автор отметил, что каждый раз от выставки к выставке добавляет к своему проекту новые образы, современные сюжеты. Сергей Воронин не так давно переехал в Пущино, и поэтому блок работ, посвященный городу, будет расширяться. В проекте что было главное? Главное, что это, значит, я снимал обычных людей. Обычных людей. То есть это не звезды. Всех на снимках объединяет одно понятие – это любовь к своему ребенку там, или своим детям. И поэтому он так живет, этот проект уже, там, допустим, больше 10 выставок сделано. И он поэтому так, не искусственен. Фотопроект «Стомадон» воспринимается как гимн материнства во всех его проявлениях и простым человеческим ценностям – добру, любви и счастью. Так, у меня сегодня предоставлена великая честь – открыть прекрасную выставку прекрасного фотохудожника Сергея Воронина. Что такое фотография? Да, фотография для нас всегда это взгляд человека, взгляд художника, мгновение, которое на какое-то время запечатлено в кадре. Оксана Лебедева отметила, что выставки талантливых людей, фотохудожников, всегда пронизаны любовью к своему делу и к жизни, а зрители вдохновляются и заряжаются этим позитивом. Я увидела в этих фотоработах отношение не только к женщине. Да, ведь что такое женщина? Женщина – это жизнь, это начало, это любовь, это природа, это нежность. Я увидела отношение мужчины к женщине. На открытии выставки 13 мая в Доме ученых собралось немало гостей, среди них фотолюбители и профессионалы. В этот день приехали также героини работ Сергея Воронина. Счастливые мамы уже вместе со своими повзрослевшими детьми благодарили автора за его творчество и профессионализм. В качестве презента всем гостям они преподнесли музыкальные номера. Весенним вечером храни над золотыми куполами. Стоим, видим, не вредим. Храним судьбою, но небами вы постоянно в стороне, как смерть близки и неподвластны, но тем не менее прекрасны, как сны о мире на войне. Фотопроект Сергея Воронина ждет пущинцев, а это значит, что все желающие смогут глазами автора увидеть образ современной Мадонны, женщины с ребенком на руках, символы ожидания материнства, счастливых моментов многодетных семей. Татьяна Смирнова, Александр Сущенко, Тимофей Акимов, ТВС, Пущино.